Добрый вечер, друзья. Если прослушивать подряд все пластинки поп и рок-музыки, выходящие в Великобритании, то, пожалуй, одного свободного времени не хватит. Придется и на работу не ходить. Таким образом, стоящая сегодня перед нами задача дать обзор последних долгоиграющих пластинок довольно нелегкая, поэтому сразу же приступим к делу. Of My Life, она ушла из моей жизни, песня с альбома Майкла Джексона, которой мы начали программу, посвященную новым альбомам. Раньше в таких программах мы обычно ограничивались одной-двумя долгоиграющими пластинками, представляющими интерес, рассматривали их подробно, приводили цитаты из критических статей, переводы отдельных текстов песен, короче, действовали по известному принципу «лучше, меньше, да лучше». Однако слушатели в письмах указывают, что лучше было бы давать более широкий охват последних альбомов, проигрывая с каждого по одной песне. Идя навстречу пожеланиям мучеников эфира, мы вкратце расскажем о 6 альбомах из списка недели. Вернемся к пластинке Майкла Джексона, младшего из братьев знаменитого негритянского ансамбля Jackson 5. Майкл давно уже поет один и выпускает сольные пластинки. Но старшие братья по-прежнему опекают младшего, ограждая его от административных забот. Альбом под названием «Off the Wall» — «От стены» вышел еще в прошлом году, вошел в список несколько месяцев назад и колеблется между 5-м и 15-м местом, то опускаясь, то поднимаясь. А это значит, что пластинку продолжают активно покупать и что она выдерживает испытания временем. Послушайте песню с этого альбома, написал ее Пол Маккартни. Она называется «Girlfriend» — «Подружка». Girlfriend,
Песня «Girlfriend» – подружка с альбома Майкла Джексона «Off the Wall» – 12-е место в списке долгоиграющих пластинок этой недели. Гигант английского пластиночного бизнеса фирма EMI, в последние годы, потеряв, видимо, контакт с новыми веяниями и музыкантами новой волны, несла убытки и, в конце концов, была продана на корню электрическому концерну Thorn. Новое руководство фирмы поскребло по богатым сусекам и выпустила ряд переизданий. В этом месяце, в частности, отдельным альбомом вышли лучшие записи группы Deep Purple периода 70-74 года. Пластинка называется Deepest Purple. В списке она поднялась до 8 места. Поклонникам этой группы следующая песня, быть может, напомнит дни их буйной молодости. Запись 72 года, песня Smoke on the Water – «Дым на воде». «Smoke on the Water» – «Дым на воде» – запись 72 года с альбома «Deepest Purple» со сборной пластинки записи ансамбля периода 70-74 года.
Новая долгоиграющая пластинка Rolling Stones своим появлением вызвала мини-сенсацию, поскольку эта легендарная группа, теперь уже стареющий динозавр рока, последние два года новых записей не выпускала. Заглавная песня пластинки Emotional Rescue «Спаситель чувств» вышла также отдельной 45-кой, и мы ее проигрывали в одной из программ. На ней певец группы Мик Джаггер, видимо, отдавая дань звучанию диско, поет высоким таким фальцетом, то есть совершенно не своим голосом. Создается даже впечатление, что он наступает на горло своей песни. Однако, прослушав весь альбом, убеждаешься, что экспериментов тут в общем не так много, и большинство композиций написано и исполняются в знакомой манере. Вот песня «Down in Hole» в яме, написанная в стиле блюз-рока. «Down in the Hole» в яме с пластинки «Emotional Rescue» «Спаситель чувств» группа «Rolling Stone» седьмое место в списке альбомов недели. Из диалектики известно, что новое – это старое в новом качестве. И особенно ярко этот закон проявляется в моде. В частности, мода на прически совершила полный круг и пришла от длинных таких патлов к спортивной и гигиеничной стрижке 2.0, которая, скажем, в исправительно-трудовых заведениях из моды никогда и не выходила. Стрижка наголо – непременный атрибут так называемых skinheads – лысиков, обычно ребят из рабочей молодежи. Одеты они в короткие брюки на подтяжках, трикотажные теннисные рубашечки и высокие ботинки на шнурках.
Поклонники бирмингемской группы Dexys Midnight Runners отличаются от прочих еще черными вязаными шапочками и суконными бушлатами. Этот ансамбль, сформированный 2 года назад, стал известным недавно после того, как его песня «Gino» вышла на первое место списка. А теперь и альбом этой группы вышел в список долгоиграющих пластинок и находится на этой неделе на 6-м месте. Участники ансамбля выступают в лучших традициях революционного пролетариата. Недавно газета Melody Maker поместила их памфлет на всю газетную полосу, где говорилось, что музыкальная пресса буржуазна по своей сути и служит лишь трибуной для невежественных критиков. И поэтому группа заявляет, что она впредь отказывается давать интервью музыкальным журналистам и будет время от времени печатать свои воззвания с тем, чтобы держать мир в курсе своей точки зрения. Газета же Melody Maker, поместив этот памфлет, как бы уподобилась знаменитой унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла. Но на это и внимания никто не обратил. Пресса-то буржуазная. Идея «Ну-ну, моя дорогая» с альбома группы Dexys Midnight Runners, 6-е место списка долгоиграющих пластинок недели. С 3-го на 2-е место переместилась пластинка группы Roxy Music под названием Flesh and Blood, плоть и кровь. Альбом этот побывал и на 1-м месте, опускался и вот опять на 2-м. Группа Roxy Music существует уже 10 лет. Ее певец и пианист Брайан Ферри возмужал и даже несколько состарился на любимой работе. Вообще, поколение 40-летних рок-музыкантов, таких как Джон Леннон, Ринго Стар, Клифф Ричард, Брайан Ферри и другие, со всей убедительностью показали, что возраст для попса не помеха. Итак, песня «Rain, Rain, Rain», «Дождь, дождь» с нового альбома группы Roxy Music «Flesh and Blood», «Плоть и кровь».
«Дождь, дождь» с альбома «Flesh and Blood», «Плоть и кровь», группа «Roxy Music», второе место в списке альбомов недели. На первом же месте группа AC/DC, чуть было не сказал австралийская группа, действительно австралийская была, но теперь уже смешанная. Дело в том, что после безвременной кончины певца Бона Скотта в начале этого года на его место был приглашен Брайан Джонсон, англичанин. В новом составе ансамбль поехал на Багамские острова, где, совмещая приятное с полезным, записал пластинку «Back in Black» — «Снова в черном». Название, как пояснили сами участники ансамбля, это своего рода траур, посвящение памяти погибшего товарища. Смерть, конечно, вещь трагичная, но жизнь продолжается, а судя по музыке AC/DC, не просто продолжается, а просто-таки бьет ключом. Счастливо, ребята, до будущей недели! Сева, Сева, Новгород!